Наша задача – помогать людям. Нужно думать прежде всего об этом. Каждый день меня вдохновляет именно эта мысль. Риэлтором я работаю недавно, но уже сумела понять, что это мой путь. Люблю свою профессию. Меня невероятно увлекает мое новое дело. Добрый день. Люди, которые работают здесь много лет, говорят, что ощущение новизны с годами не проходит. Охотно в это верю. Риэлтор – многогранная профессия. Агенту по недвижимости нужно сочетать умения специалистов из разных областей. Дипломатия, психология, юриспруденция. На мой взгляд, это три кита, на которых базируется наша профессия. Нужно уметь договариваться, понимать людей, разбираться в законодательстве. В Жилфонд я пришла, потому что это стабильная компания. Здесь отличные возможности для роста. Любой человек может прийти и научиться всему с нуля. И офис рядом с домом. Признаюсь, сначала было сложно с техникой. Толком не умела с ней обращаться. Компьютер, принтер, сканер, система CRM. Сейчас я с ними на «ты». Компания современная. Здесь нужно идти в ногу с прогрессом. В коллективе Жилфонда сразу почувствовала себя замечательно. У меня опытные наставники, сильный, надежный руководитель. В работе мне помогает и моя первая специальность. Она научила меня планировать и продумывать все до мелочей. Я дипломированный инженер-технолог легкой промышленности. Дома у меня швейная мастерская, но теперь это мое хобби. Конструирую и шью одежду для себя и семьи. Раньше мне очень не хватало общения, динамики. Став риэлтором, я открыла для себя новый мир. Столько интересных людей, объектов недвижимости. Например, сейчас я работаю с интересным вариантом. Дом с историей, богемная квартира. Здесь жили известные музыканты, оперные певцы Новосибирска. Моя работа позволяет мне общаться с людьми из разных сфер. Это очень увлекательно. Я готова работать с разными объектами. И к любому клиенту стараюсь найти подход. Мне нравится помогать людям решать квартирные вопросы. Я всегда буду помнить одну из моих первых сделок. Женщина мечтала о четырехкомнатной квартире. Она сама не верила, что все получится. Но я смогла найти вариант, который был так необходим для ее большой семьи. Видеть счастливые глаза клиента – это счастье для риэлтора. А денежное вознаграждение за работу – это уже вишенка на торте. Я работаю там, где удобно и моим клиентам, и мне. Встречи могут проходить в кафе, дома, летом, в парке. В Жилфонде работать можно из любой точки города, страны и мира. Компания активно проводит межрегиональные сделки. Всем, кто задумывается о том, чтобы стать риэлтором, советую попробовать себя в этой профессии. Хотя чего тут пробовать? Нужно брать и делать. Уверена! В этом деле остаются надолго и становятся успешными те, кто думает о людях, решает их проблемы, помогает от души. Главное – научиться слушать своих клиентов. Задавайте людям больше вопросов. Нужно понять, что действительно необходимо человеку. Внимательные, отзывчивые риэлторы – самые успешные.